Блогер Ромашкина сообщила, что сегодня на железнодорожных путях в Самаре были найдены маленькая девочка, называющая себя Агатой, и собака. На вид ребенку около 3 лет. Агата рассказала, что ходит в садик и убежала из дома, потому что мамаша кричит. С Агаты ушла и такса Настя. Черная собачка не отходит от девочки в грязной одежде ни на секунду и рычит, когда к ребенку кто-то подходит, пишет Ромашкина. Добавлю, ближе к вечеру ее мама нашлась, она сама обратилась в полицию. Как пояснили в ОВД, всего в семье 3 детей. На этот раз Агату оставили на попечение 80-летней бабушки, которой уж слишком сложно следить за ребенком. Блогер Владимир Сверкалов побывал в теплицах муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Здесь выращиваются цветы, которыми будут украшать улицы Самары, пишет автор. Это розы, бархотки, цветы, из которых делают буквы, а также цветы для флага. Уже в начале мая начнется их высадка в грунт. Задача не из легких, так как предстоит пристроить 1 200 000 цветов. Всего на предприятии трудится около 70 человек.